24 сентября в Екатеринбурге в Экспо был «Золотой тигр». Мы выступали в воскресенье на главной сцене в элитарном дивизионе. Обычно мы выступали всегда в субботу, но тут перенесли нам на воскресенье. Ну, мне как бы без разницы, когда выступать. Суббота, воскресенье, утро, день, вечер. К сожалению, наверное, воскресенье не очень удачный день, потому что просто народу поменьше. В субботу все-таки это все масштабнее выглядело. Пришли на разминку, начали разминаться, и я понимаю, что, ну, как бы все мне очень тяжело. Женька нервничает, он не любит давать интервью. Богатырек наш нервничает. Любовная сцена прям снимается. Что еще приятнее, когда кто-то надрывается, а ты ни хера не делаешь. Если ты нажимать больше, у тебя стабилизация еще хуже, вот так будет. Жаль, поэтому ты вот здесь, вся фишка-то в этом полная. Что откуда-то? Я против. Жень, вся фишка, что ты вообще лег пожарить. Я против. Полная амплитуда. Я вообще стабилизацию не признаю. Слышь, Жень, ты против амплитуды, ты за траекторию. Матрицал. Да, я отрицаю. Амплитуда вчерашний день. Буду рулить траекторию. Да. Я еще подходил, да? Да, один. Хоп! 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 Залихватский как он. А Катька все жмет, а избы все горят, а кони все бегут. Все. Нет, сейчас еще. Тяну я на бока. Подожди, подожди, ты сам останешься. Паш, мешаешь. Жень, извини. Ну, уже побольше, блядь, болтай. Там тренировка у нас закончилась. У нас осталась только заминка. Пошли. Заминка у нас будет проходить вот здесь. Кастрюлька уже есть. Перемешки сейчас принесут. Мы тут празднуем и дни рождения, и что мы еще празднуем? А, и выступление пошло. Выступление. Где? Все. Где народ? Где коллектив? Миша! Сейчас мы их позовем. Так, время, блин, ну еще время рано, мы все угомонимся. Серьезный вопрос. Мы все угомониться не можем. Да, у нас серьезный. Андрей Репницын. Да, Андрей Репницын. Че за? Где там? Скажи. Паш, тройка вот. Вот я закрою ее, нахуй. А почему ты ее закроешь, Паш? Вот уже мы второе место заняли. Закрывай. Короче, Паша где-то посмотрел... Общество возмущено. Да, Паша посмотрел где-то, что оказывается мы по очкам, а Челябинская область заняла второе место, а нам дали только третье. Теперь он просто требует. Не где-то, а в протоколах на официальном сайте. Да, «Золотого тигра». Да. Теперь он требует.
что поменять вот этого бронзового, на которого, блин, такой же краской, блин, только. Я и Евгений Никандров, мы требуем. Особенно Евгений Никандров. Ты требуешь? Однозначно. Надо требовать. Да? Надо? Нет. Нет, нет, не требую. Это он специально так сказал. Он требует, больше всех кричал. Он требует миллион вертолетов и один доллар. Просто он весь вечер нам, блядь, достает. Надо поменять. Дайте нам за второе место кубок. Мы за справедливость. Ну все, нам не нужен он, это не наш кубок. Ходи с ним. Все, теперь ходи с ним.